уважаемые дамы и господа. Good evening, ladies and gentlemen. Buonasera, signore, ragazzi, bambini, cari amici. Ахтун, кахтун, клишнин, туми. Слух, иди сюда. Мы начинаем программу «Угадай мелодию». Самую музыкальную из всех игровых, самую игровую из всех музыкальных. Пора делать игру. Сегодня с нами здесь концертный оркестр Республики Беларусь под управлением Михаила Финберга. И, конечно, это главные действующие лица. Герои нашей сегодняшней программы, люди, без которых она была просто бессмысленна. Они уже сами, встречайте. Они уже здесь, добро пожаловать, занимайте свои игровые места, потому что мы начинаем нашу очередную игру. Я говорю вам, у нас все получится и все будет окей. Уважаемые игроки, я счастлив видеть вас в музыкальных, радостных, смеющихся, улыбающихся, а главное, готовых играть и угадывать мелодии в нашей программе. И прежде чем мы через несколько мгновений начнем таки этим заниматься, давайте познакомимся. Участник под номером один Алексей Витюков. Человек творческий и азартный, спортивен, музыкален и безгранично оптимистичен, надежный друг, любитель женской красоты, заядлый путешественник и обожатель новых интригующих приключений, щедрая душа любой компании и просто неотразимый мужчина Алексей Витюков. Участница под номером два Евгения Ханкина. Фейерверк эмоций и темперамента. Девушка широкой души и праздничного настроения. Подвижная и очаровательна. Необыкновенно легка на подъем. Способна на потрясающие авантюры. Обладает изрядным запасом энциклопедических, искусствоведческих и музыкальных знаний. Сама неподражаемая актриса и страстная поклонница чужого таланта Евгения Ханкина. Участник под номером три Андрей Лысенко. Весельчак и оригинал. Легко может из самого грустного извлечь максимум улыбки, а невозможно веселое превратить в нескончаемый анекдот. Бесподобный рассказчик, добряк, умница, неутомимый оптимист и творец светлого будущего Андрей Лысенко. Я вижу у вас прекрасное настроение, настроение боевое. Надо делать игру. Я объявляю начало первого тура. Итак, первый тур, 4 категории, одна лучше другой. Выбирайте любую, и все закроется. Ближайший ко мне участник под номером 1, Алексей, это вы, вам выбирать. Куда уходит детство? Категория номер 1 означает песни о детстве, песни о детях, о их страшных проблемах и, конечно, маленьких детских радостях. Нота, в которой бы вы хотели сыграть? Нота номер один. Нота номер один, 20 рублей за правильный ответ, а рубль в нашей сегодняшней программе будет равняться американскому доллару. Ну что же, выбор сделан, денежки известные, слушаем. Нет, Андрей, вы опоздали, потому что Алексей первым нажал кнопочку «Ну». Почетно! И завидно наша родина. Это рэп, конечно, абсолютно верно, да. Это песенка охраны из мультфильма про бременских музыкантов. А вы рэпер, Алексей. Почетно, отлично. Прекрасный ответ, куда дальше? Сев сад. Все почему-то всегда говорят, сев сад. Думаешь, что там ботанический сад. Нет, это песни о ботанах. Нет, конечно, нет. Это же песни о деревьях, травах, о... Да, травы, там кустарник, подлесок. И даже ягоды. Итак, нота, в которой бы вы хотели сыграть? Два. Нота номер два, 20 рублей. Правильный ответ, мы слушаем музыку. Да, Евгения. Белый шиповник. Абсолютно верно, конечно. Что же еще? Итак, Алексей, Евгения, уже первые рублики на вашем счету. Андрей, ждем вас. А Евгения выбирает. Кино и музыка. Категория номер три означает мелодии или песни из отечественных кинофильмов. Нота? Один. Нота номер один, 15 рублей. Правильный ответ. Мы слушаем. Да, у Евгения готов ответ. Волшебный роман, у природы нет плохой погоды. Абсолютно верно. Да. Yes. Куда дальше? Туда же. Нота? Вторая. Нота номер два, 25 рублей. Правильный ответ. Слушаем музыку. Да, Евгения. На всю оставшуюся жизнь. Абсолютно верный ответ. Конечно. Yes. Это ваша категория. Просто это чувствую. Куда дальше? Туда же. Нота. Туда же. Третья. Следующая. Третья. Слушаем музыку.
да, да, да. Бери шинель, пошли домой. Абсолютно верно, конечно, Андрей. Андрей, конечно, прекрасный ответ. Ваш выбор. Четвертую туда же. Четвертая нота в категории кино и музыка. И мы слушаем эту четвертую ноту. Песня удалая, молодежная. Абсолютно верно, Сергей Волгоболга. Да. Yes. Итак, игрок маститый, игрок угадывающий, а главное веселый, аплодирующий друг другу. Прекрасно, Андрей, куда дальше? Детство. Детство. Куда уходит детство? Нота. Намба 4. Нота намба 4, 35 рублей. За эту намбу и мы слушаем музыку. Да, Алексей? Солнечный круг, небо вокруг. Это рисунок мальчишки. Ба-б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 а. О, ес, Бичел, абсолютно верно, конечно. Итак, намба 4 принесла успех. Алексей, вы выбираете. Куда же в детство? Нота номер 3, 40 рублей. 40 рублей. За правильный ответ мы слушаем музыку. Первая была Евгения. А в Подмосковье водятся лещи. Ягоды, грибы, конечно. Абсолютно первый ответ. Ну, что будем делать дальше? Ну, уж добьем тогда детство. Послушаем последнюю мелодию в этой категории. Слушаем. Евгения, вы опередили Андрея, конечно, опередили на сотую долю секунды. Спокойствие. Дадим шар земной детям. Все, детям, абсолютно верно, конечно, прекрасная игра, уважаемые игроки. Давно с такой активностью, а главное все, чтобы все втроем нажимали и угадывали ни одной ошибки. Давно такого первого тура я не видел. Я уверен, что второй тур будет еще похлеще. А во втором туре я увижу с вами через несколько мгновений. Прошу вас, зайдите на... Через несколько мгновений наши замечательные, музыкально веселые, танцующие игроки во втором туре нашей программы. И они нам всем покажут, что и почем. Дорогие друзья, у нас все готово. Камеры работают, оркестр в ударе. Свет, кругом свет. Итак, второй тур программы «Угадай мелодию». Встречайте наших игроков. Замечательных, веселых, молодых, азартных, подвижных и поющих. И обязательно угадывающих мелодии в нашем шоу. Добро пожаловать, уважаемые игроки. Занимайте ваши игровые места. Второй тур, господа, второй тур. Итак, я приветствую, рад приветствовать вас во втором туре, в нашем замечательном, гораздо более денежном. Я думаю, что каждый из вас сорвет весь банк программы «Угадай мелодию». Итак, я объявляю начало второго тура! Второй тур лидером по итогам первого тура является Евгений. У нее 115 рублей, а рубль сегодня равен американскому доллару. Евгения, это классно, это хорошо, это замечательный результат. Вы обставили этих замечательных мужчин-участников. Вам, Евгения, выбирать. Розовый фламинго. Категория номер 1 означает песни о животных. Всюду, где теплится жизнь, но что не носит никакой одежды и не ходит в школу или на работу, все являются животными, значит, про них там могут быть песни. 50 рублей, старт возьмем, мы слушаем музыку. Да, Алексей. Пропала собака. А как собаку звали? По кличке Щенок. Дружок, а по-моему Щенок. Щенок, нет. Щенок, я был прав. А вы были абсолютно правы, когда угадали эту мелодию. Конечно, эта песня называется «Пропала собака». Куда дальше? Щенок, дружок. Над этим, я думаю, еще стоит поработать музыкальным редактором нашей программы. Итак, «Щенок, дружок». Киты 90. Киты 90, категория номер 4, означает песня, популярная в наших 90-х годах. И мы слушаем музыку. Наташа Королёва. Называется, по-моему, она «Лунная ночь». А музыку написал, наверное, Игорь Николаев. И вы абсолютно верно. Конечно, верно, естественно. Да, это была «Лунная ночь», естественно.
А смотрите, неплохая, неплохая цена за правильный ответ. Куда дальше? Остаемся там же и слушаем музыку в категории хиты 90-х. Да. Пусть говорят. Пусть говорят. Приемная дочь Филиппа Киркорова. И опять же Игорь Николаев написал музыку. И опять же вы абсолютно правы. Конечно. А поет ее действительно дочь Филиппа Киркорова, Кристина Орбакайте. Абсолютно верный ответ. Андрей, какое знание родственных отношений семьи Аллы Борисовны? Сам родственник. А? Сам родственник. Серьезно? А кто? Внучатый племянник. Прекрасно. Итак, внучатый племянник выбирает следующую категорию. Прошу вас, Андрей. Там же, в категории хиты 90-х мы слушаем музыку. Да, Евгения. Это про поклонника. Поет опять Наташа Королева. А музыку написал опять Игорь Николаев, да? Абсолютно верно, конечно! Естественно! Да, просто первые три мелодии в этой категории все написаны замечательным композитором Игорем Николаевым. Итак, Евгения, отличный ответ. Куда дальше? Ну, там еще можно? Да, еще одна специально для вас лично. Спешл. И мы слушаем эту мелодию. Да, Евгения. Примадонна там. А поет ее отец Кристина Орбакайте. Конечно, Филипп Киркоров, совершенно верно. Уважаемые игроки, категория хиты 90-х с шутками, прибаутками. Я думаю, что Алла Борисовна, Филипп Киркоров, Кристина простят нам некие сентенции в их адрес. В любом случае, это было не со зла, а я надеюсь, они поймут, что это было по-доброму. Итак, Евгения, прекрасно. С любовью. Да. И нежностью. Алексей, ваши пятерки. И в шуточной форме добавляю я. И, конечно, говорю от программы «Угадай мелодию». Итак, Евгения, ваш выбор, прошу вас. Про животных. Розовый фламинго. Возвращаемся в категорию номер один. И слушаем, а главное, угадываем. Да, Евгения. Мужчины вам семафорят. Ну вот там про лесного оленя. Про лесного оленя, конечно, совершенно верно. Да. Из кинофильма «Ох уж это Настя». Прекрасный ответ. Евгения, куда дальше? Дальше играем в категории «Розовый фламинго». Слушаем музыку. Абсолютно верно, конечно! Да. Я бы посоветовал Алексею Андрею все-таки попытаться догнать Евгению, потому что потом будет поздно, Евгения. А вы продолжаете прекрасно играть, прекрасно угадывать и выбирать мелодию. Давайте про дружбу, святое дело. Давайте про дружбу. Слушаем дальше. Да. Ну а случится он влюблен? Я на его пути. Уйду с дороги. Третий должен уйти. Пам-пам-пам, абсолютно верно. Конечно. Евгений, я надеюсь, что мы еще как бы вот так в жанре монтажа с вами поработаем. Вы будете «Уйду с дороги». Таков закон и хором. Третий должен уйти. Это будет хорошо. Уважаемые игроки, помните, да? Третий должен уйти, Евгения. Вас это никоим образом не касается. А касается это, да, Андрей. На 20 рублей у вас меньше, чем у Алексея. Я говорю вам спасибо огромное за замечательную игру. Спасибо, это было замечательно. Это было что-то с чем-то. Аплодисменты Андрею, Алексею, Евгению. Увидимся в третьем туре. Прошу вас, зайдите на подиум. И через несколько мгновений Алексей и Евгения в третьем туре. И там они нас будут продолжать радовать своей замечательной веселостью, общительностью, музыкальной эрудицией и, конечно же, улыбками. Дорогие друзья, наступает время третьего тура нашей замечательной супермузыкальной, суперсветовой, супертелевизионной, суперигровой программы «Угадай мелодию». Итак, третий тур нашей программы у нас действительно супер. Игроки, встречайте их, они уже с нами, они уже здесь. Вот это идиллия, вот это да! Прошу вас, занимайте ваши игровые места. И сейчас идиллия сменится борьбой и на жизнь, на смерть. Итак, уважаемые игроки, я приветствую вас в третьем туре, туре аукционном. Итак, лидером по итогам первых двух туров является Евгений. У него 887 рублей, а рубль сегодня равен американскому доллару. Евгений, вы лидер. Это прекрасно, это чудо. Итак, Евгений, именно вам начинать торги после того, как вы прослушаете мою подсказку. Песня о стране ближайшего зарубежья. Прошу вас, их всего 15. 14, простите. Прошу вас, Евгения, вы начинаете торги.
Алешенька, я попробую с 7 нот угадать. Попробуй. Попробуй, сразу соглашается Алексей. Песня о стране ближайшего зарубежья. 7 нот мы слушаем. Я знаю. Ну. Про Белоруссию. Абсолютно верно, конечно, конечно, конечно. Да, 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 да. Евгения, что ж вы так пугались-то? У нас же простые загадки и простые подсказки. Итак, подсказка номер 2. Песня о времени года, особо чтимом японцами. Я попробую угадать 7 минут. Я рискну угадать 6 минут. Я попробую угадать с 5. Я попробую, конечно, угадать без 4, но, наверное, не стоит, мне кажется. То есть как бы... То есть с 5 давай. Нет, то есть опять. То есть с 5 запутал в конец Евгению и все-таки отдал ей право угадывать. Евгений, вы угадываете с 5 нот песню о времени года, особо чтимом японцами. Слушаем. Они прозвучали. У вас нет никакой версии, Евгения? Абсолютно никакой. Абсолютно. Тогда рассказываю версию правильную. Расцвела под окошком белоснежная вишня. Конечно же, это время очень любят японцы, у них расцветает сакура, и они это время вспоминают с большой теплотой, еще становится 1-1. Подсказка номер 3. Песня о летающем аттракционе. Алексей, пожалуйста. Начнем, наверное, угадывать с 7. Я все-таки попробую с 6. Рискну угадать с 5. Я попробую с 4. Угадывай. Угадывай. Итак, песня о летающем аттракционе. 4 ноты мы слушаем. У вас нет никакой версии. А песня называлась «Крылатые качели». Ну, конечно же, вы ее знали. Естественно. Не переживайте так, потому что игра еще не кончилась. Просто счет стал 2-1. 2-1 в пользу Алексея. Алексей выбрал правильную тактику. Она приносит ему богатенькие дивиденды. Подсказка номер 4. Песня современного Иванушки. Алексей, вы начинаете. Я начинаю. Начну угадывать с 7. Ну, я все-таки попробую с 6. Нет. Угадывай. Угадывай, говорит Алексей Евгений. Песня современного Иванушки. 6 нот мы слушаем. Евгения, раз. Какой позор, я два. Не знаю. Никакого позора, просто отвечайте. Не знаете? Нет. Песня называется «Аленушка». Я тебя своей Аленушкой зову, поет певец, герой этой песни. Поэтому подсказка называлась «Песня современного Иванушки», потому что песня современная еще становится 3-1. 3-1 в пользу Алексея. Алексей, не веря своему счастью, Евгения почему-то гораздо более прохладно, нежели они выезжали. Поздравляет Алексея. Ну что ж, Евгения, спасибо вам огромное за вашу замечательную игру. Мне было очень приятно. Но Алексей сегодня, на коне, его тактика оказалась правильнее. Еще раз огромное спасибо, Евгения. Вам аплодисменты зала. Алексей, ну а с вами мы увидимся в супер-игре. Прошу вас, зайдите на подиум. И через несколько... Алексей в супер-игре, супер-игрок, супер-мужчина, супер-меломан. И, конечно, для него наше супер-задание. И я уверен, абсолютная победа. Финал. Супер-игра, супер-финалист. А зовут его Алексей Витюгов. Итак, супер-игра, программа «Угадай мелодию». Встречайте. Алешу, и у него все получится. Только болейте за него, только аплодируйте ему, только помогайте ему своими флюидами. Алексей, добро пожаловать. Прошу вас, занимайте ваше игровое место. Центральное место. Ведь вы же супер-финалист, супер-мужчина. Итак, Алексей, я поздравляю вас. Вы в финале, вы уже победитель нашей замечательной, музыкальной, веселой, игровой, азартной программы. Я вижу, у вас настроение соответствующее. Мы еще раз приветствуем финалиста нашей сегодняшней программы, Алексей Витюгов! Итак, вы готовы? Начали! Маленькой елочки... Холодно, зимой, холодно, верно, конечно! Да, конечно, Алексей! Дальше. Да. Все, что в жизни есть у меня. Абсолютно верно. Конечно. Руки на красную кнопку, Алексей. Начали. Это
Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Да-да-да-да-да! Да! Тишина, тишина, внимание, мелодия номер 4, слушаем. Да. Любовь настала. Абсолютно верно, конечно, любовь настала. Да-да-да! Дальше. Песня Софии Ротару. Ну, Алексей. На-на-на-на-на. Только. Этого мало. Это достаточно, чтобы засчитать правильный ответ. Прекрасно. Дальше. Под небом голубым. Есть город золотой, наверное, конечно. Алексей, я хочу вас как бы немножечко так взвинтить. У вас осталось 2 секунды. Ну, считайте 3. Я там по семафору. У вас осталась одна мелодия. У вас только 3 секунды. Обязательно 2. Нажмите кнопку и давайте ответ. Начали. У вас есть одна еще секунда. Еще одна. Давайте еще. Начали. Сначала было или сначала? А? Сначала было или продолжение? Она сначала была. Та-та-та-та-та-та. Ну, любовь и разлука. Я выигрываю суперигру. Конец-то. Аплодисменты не стихают, они наоборот превращаются в бурную овацию. Алексей Витюков, Алексей, позвольте лично поздравить вас. Это было что-то. Алексей Витюков, финалист нашей программы. 790 рубликов, а рубль равен американскому доллару. Они ждут вас, Алексей. Они ваши. Спасибо еще раз. Прошу вас, зайдите на подиум. Алексей покидает нашу программу абсолютным победителем, а я прыгиваю на свое ведущее место, скажем так, маленьким юрким воробушком, и прихожу прощаться с вами, уважаемые телезрители, потому что на этом наша игра сегодня заканчивается она отлично, потому что супер игра выиграна. Значит, дальше так оно и будет. Я прощаюсь на этой мажорной, высокой ноте с вами, телезрители, дорогие телезрители. До встречи, пока, скоро увидимся.